Нагрузки на первых двух сборах были достаточно серьезные для команды, но ребята молодцы, очень достойных выдержали. Позже к команде присоединились Жора Гангадзе и Максим Максимов в связи с тем, что у Жоры была пневмония, у Максима ангина была достаточно серьезная. Георгий первый присоединился в общую группу, Максим чуть позже, но сейчас ребята набирают форму, то есть надеюсь, что на третьем сборе уже все будет отлично, без всяких пауз в тренировочном процессе. У Дениса Шипилова ситуация достаточно сложная. Произошел рецидив, опять появились боли в коленном суставе. Мы приняли решение его отправить в Москву на реабилитацию дальнейшую. Ну, следим за ситуацией. На связи и с Денисом, и с врачами, которые занимаются реабилитацией. Пока прогнозов давать не буду. Ну, надеюсь, что максимально быстро вернется опять в общую группу. Что касается Мухаммеда Брахими, то в сегодняшнем матче с Торпедо он получил перелом заднего отростка таранной кости. Ориентировочные сроки срастания такого перелома 3-4 недели. Желаем всем ребятам здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.